Расскажите, как вы проводите свои вечера. Мы чистим канализацию. Хочешь попробовать? Нет. Чего? Занимайтесь. Что? Видишь, там рулишь, рули. Мое дело тянуть. Там уже спускается, хорошо. Еще раз. Давайте еще раз. Поздоровайся с подписчиками, это новое видео. Ключи грязные. Здорово. Вот чипа произошла. Уже все спускается. Это у нас ничего не спускалось. Вы на канале Дела Семейные. У нас сегодня пятница, близятся выходные. И сегодня очень хорошая погода. Светит солнышко. Не будем мы упускать этот момент. И я пойду копать картошку. Но сейчас я хочу приготовить котлеты. Ну, пока мама пошла срывать малину, потому что она спеет, нужно закрывать компотики. Чего ты? То я буду пока делать котлетки и заправлять нам курочку. Да? Вот. А как она придет домой, будет сидеть с детками, а я пойду копать картошку. Да? Дети мои. В общем, будем заниматься делами. Да? Нужно убирать огород. Расскажите что-нибудь. Никоша? Кого ты там видишь? Муха? А как муха делает? Бз. Познать. Когда было темно, у меня так нос делал, как пчела. Я пчела! Так, ну что, размочила батон, фарш, сейчас сюда лук, чеснок, яйцо. И будут готовы котлетки. Будете кушать котлетки? Как нет? Ты же любишь котлетки. Да? Ну что, все. Я готова. Оделась. Иду копать картошку. Сегодня, кстати, ветра нет. Вообще не холодно. Берем 3 мешка. Будем всыпать мешки. Потом Артем приедет с работы. Он ее нам рассыпет. В сараях там где-нибудь, в общем, чтобы она просыхала. Потому что все, конечно, сейчас будет у нас тут в воде. Вот, сейчас посмотрим копачку. Мама должна была моя, наверное, тут оставить. Если нет, то мы возьмем возле сарая копачку. Нет, тут грабли только. Так, ну что? Это почищенные ряды. Буду копать их. Ну, как-то не провалюсь я особо. Может, и нормально будет. Сейчас берем кошики и погнали. А если дойду до этого, буду чистить. Ну, посмотрим, как она будет копаться. Тут картошка копается тяжело, потому что земля очень мокрая. И все чвякает. Все, идем за кошками и приступаем работать. Покупаю. Сейчас, конечно, уже 2 часа дня, пока мы там, короче, эти компоты. Что-то покупаю. Пускай мама сидит с детками. А я выбрала для себя работу копать. Как говорится, когда с детьми находишься каждый день, будешь делать что угодно, чтобы с ними не сидеть. Конечно, я устаю, и одно и то же надоедает. Поэтому будем копать картошку. Эту картошку надо срочно выкапывать. Я копаю 2 ряда. Просто посмотрите, сколько прям гнилой картошки. Не старые ошметки, как мы копали вот там, а прям настоящие. Вот гниль. Новая картошка. Вот это я сколько
прокопала, и вот что у меня имеется. Ничего, что это такое? Я уже почти по полряда прошла. Считайте, один почти ряд. Ну, чуть не дошла еще. Не знаю. Вот, гнили и все. Ужасно. Просто ужасно. А смотрите, в этой яме надо, чтобы Артем сегодня выкачал вечером воду. Вот, что творится. Ужасно. Так, знаете, земля такая прям влажная и тяжело копается. Ну, шмар. Просто жалко. Просто картошка гниет, ее срочно надо выкапывать. Поэтому сегодня я максимально много постараюсь копать. Будем смотреть, будет завтра погода. Надо срочно это все делать. Надо срочно копать. Друзья, всем доброе утро. Это действительно утро, и оно доброе. Почему? Потому что мы в деревне. Утро, потому что 6 утра, и мы уже тут занимаемся нашими домашними деревенскими делами. И так как суббота сегодня, возможно, мы немножко поработаем, немножко, как правильно, неправильно говорю, даже еще не проснулся. Много поработаем, будем делать, наверное, что-то интересное, заниматься какими-то полезными делами. А сейчас мы убираем, подстилаем для коров, доим их, кормим, всех выпускаем. Вот такая вот. Доим, кормим, выпускаем. Я еще не проснулся. Дожди у нас вообще не хотят переставать. О, смотри. Яички можно тут на улице понаходить. Нас просто заливает, просто затапливает. Вот такая вот ситуация у нас уже в огороде. В огороде, в хоздворе. Прям вот, смотрите. Ужасно, просто ужасно. И у соседа вот такая вот ситуация. Смотрите, у него тут уже вообще озеро. Полностью все залито. Здесь все залито. У нас то же самое. Тут залито огород. Потом покажу, что у нас творится перед домом. Все полностью плавает. Поэтому нужно в срочном порядке думать что-то с подсыпкой. Как минимум перед домом. Потому что там ходить невозможно сейчас. Еще одно яичко. Вот походишь целый день по двору, десяток нужно насобирать. Два раза в день, утром и вечером, по 2-3 тачки навоза приходится вывозить вот сюда вот, на эту гору огромную. Она уже очень большая. Я не знаю, передает она или не передает камеры. Каких она размеров? Ну вот она, ширина у нее какая, тут метров, ну, 4 точно. Длина у нее метров 10, может быть, ну плюс-минус 8-10 метров, и высота 2,5. Еще в землю сколько его вошло. Тут очень легко искать червяки. Смотрите, они сейчас 100% все наверху из-за такой погоды. Смотрите, вот так вот чуть-чуть, ну сейчас хоп. Нет, не получилось. Так вот, оп, смотрите. И все, и они кишат тут. Просто червяковые магнаты. Червячные магнаты.
пожалуйста, выходите. Куда пошла? Куда пошла? На улицу чеши. Люма, на улицу. Давай, давай. Здрасте. Сразу выпускаем вот эти две коровы, которые слева, потому что им там на выходе стоит вода, чтобы они по очереди все попили. Давай, иди. Белка. Белка, иди. Белка, иди. Потом вот эти две. Может, кто не знает, у нас, кстати, достаточно много новых зрителей. Подписчиков не очень много, но очень много зрителей. Коровы у нас пасутся вот здесь, вот в таком вот загоне под электропастухом. Вот там вот он подключается. Если вот такая погода пасмурная, то мы подключаем его от батареек. Если солнечная погода, то подключаем от солнечной батареи. Электричество потребляется от солнца, точнее запитывается электропастух от солнца, когда есть солнце. Ни батарейки, ни аккумулятора, ничего не надо. Ну и нас, конечно, и тут заливает. Вот там много воды, но коровы уже могут не в канаву лезть, а пить водичку здесь. Ладно, пока их нет, замещем электропастух на место, поставим, развернем его. Здесь стоит вода. Вот этот вот электропастух. Вот это от батареек, вот это солнечное. Плюс сюда. Минус земля сюда. Вот так вот прикрыть. Давайте проверим. Еще батарейки более-менее. Нужно, может быть, сегодня к вечеру. Точнее, вечером мы их поменяем, потому что они уже тут много. Пойдем. Куда идешь? А ну! Место все. Куда? Дойдите от пастуха. Включаю. Так. 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 Еще раз слушаем. Пошло. Так. Так. Камешек. Ну все. Ну что? Иди воды попей. Или ты попила? За ухом любит, когда ей чешут. Все, иди. Все, пока. До вечера. Что? Что? Что ты зовешь меня? А? Блюма. Ладно, пойдемте. Еще нужно в сарае немножко убрать, подсыпать обязательно там опилками. Потому что там из-за этих дождей, судя по всему, идет вода уже в сарай.
грунтовые воды наши, всеми любимые. Сейчас посмотрим. Воду коровы пьют вот из этих двух корыт. Каждый день они наполняются свежей водой. О, Валя. Куда? Слушай, что происходит? Все, пошли на место. Куда? Куда пошли? Ну, назад. Крылья маленькие задрал. Нравится вам, да? Много воды. Можно поплавать, а не ходить. Пойдемте. Здесь вот такая вот ситуация. Надо... Сейчас я это все почищу до конца. Засыплю опилками и на сегодня оставлю. Так, с утра подстилать не будем. Пускай оно все за целый день подсохнет. Убираю такое сарай, смотрю, яйцо. Это, смотрите, тут гриб вырос. Но это, наверное, какой-то несъедобный. Выбросим его лучше, что-то, чтобы корова не съела и что-нибудь не случилось с ней. Смотрите, чищу за кормушкой. И что нашел? Яйцо. Какой-то сегодня день находок. Может, там кубло? Не видно. Как так получилось? Забрасывал сено. Там, походу, еще два было. Да. Может, мне помогать? Да. А что будешь помогать? Вот это. Вот это вот тут все выносить отсюда. О, потом пойдем с тобой котов покормим. У нас целый пакет корма. Пойдем потом? Да. Покормим. Если нашего котика найдем, тоже покормим. Какого? Нашего. Как его зовут? Помнишь? Пряник. Пряник. Да, у нас тут вот оно все, тут всякие эти летучие подыхают. Короче, тут работы минимум на час, а то и на больше. Куда пошел? Идем помогать будешь. Скотинные комнаты полностью убраны, все лишнее вынесено, оставилось только то, что нужно закинуть наверх, это вот здесь, и вот эти кусочки ламината на всякий случай пускай останутся. Ну, этот инвентарь пускай остается здесь, потому что мне нужно будет в ближайшее время заниматься забором. Тут нужно собрать шкаф, я пока его выносить никуда не буду. Ну и в принципе все, чистота, порядок. Сейчас займусь розеточкой, установлю сюда розетку, подключу переключатель света, и пока, наверное, здесь будет все.
Ну, здесь тоже все убрали. Вот эту полочку с кухни мы решили оставить под обувь, потому что обувь здесь валяется. Сейчас здесь все красиво, аккуратно стоит. Чик-чик. Еще сейчас, пока светло, здесь на входе поменяю, поставлю проходной выключатель, потому что у нас стоял здесь простой двойной, и как проходной у нас не работал. Проходной есть. Отвертка здесь, нож здесь. Погнали. У нас тут снова туча идет. О, какая. Вчера у нас был дождь, и мы не копали картошку. Сегодня я уже вышла, пасмурно, но дождя еще сегодня не было. Нужно, там 13 небольших рядков осталось, нужно с ней справиться. Поэтому я буду сейчас копать картошку. Чем быстрее я справлюсь, тем быстрее это все будет. Она гниет, но мы ее достанем коровам и что-то нам на покушать. Там мы семена не оставляем, потому что бабушка сказала, что она невкусная. Ну, там семена оставлять нам не нужно. Поэтому... Поэтому я буду выкапывать. Все равно, если это затягивать, она полностью вообще вся сгниет. Нужно что-то делать. Не знаю. Я вообще не пробовал. Давай быстрей! А есть ленты или кинуть ленты? Где там надо спросить? Ну что-то... Найду, съезжу, куплю. Но я думаю, что есть. Вот она. Ну что это у тебя там мусор какой-то? Вообще, блин, ого, вообще, да. Это не черви. Это такая вот земля, что это просто червивая в доме. Тим, загружать ее надо как-то. Да, я хочу. Держи. Ну выпрыгни отсюда, может, да? Класс. Что ты докопаешь за сегодня? Лягушка? А где она будет жить? Это дом, а мы домик смастерим. Домики смастерим? А какой у нее будет домик? Железо найдем, сделаем. Вот такой квадрат, как у рыбок. И вставим. И мух туда напустим. Просто картошка лежит в мокрой земле. Мам. В болотце. И болото туда. Вырастили картошку на болоте, короче, мы. И дед болото. Бабы, да? И болото туда нальем. И все будет готово. Мы будем их выпустим туда. Прям вообще каша, да? Вообще вот. И на уже вода уже, да. О, все, да. Вот, что сказать. Ты ну тут даже гнилось, сколько новой картошки. Лягушка смотрит. Вот там вот лежит. Просто гнилая. Большая. Ну что ты хотела в воде лежит? Прыгай. Прыг, это ж не рис.
Надо тут рис выращивать. Как рис выращивается? Рис в воде выращивается. Прям в воде. А я посмотрю, тут листики. Они не копают. Сегодня уже подсохло. А вчера вот здесь вот. Хотя, вот что тут говорить. Вот, смотрите, все. Вообще просто. Зая застрял. Сегодня иди сюда. Так он тут прошел. Вот смотрите, сколько воды стоит. Это означает, что вот этот уровень весь земли в воде. Тут везде вода. И вот тут вот вода стояла вчера вот так вот. Вот этот вот кусок. Сегодня уже немножко подсохло. Ну там, видите, там чуть-чуть выше, там воды меньше. А здесь самая низина получается. Сейчас. Смотрите, я не застреваю. Ты не проваливаешься? Ну да. Ну, тебе везет. Да. Ой, это ведь болото. Смотрите, где надо червяков копать. Искать, точнее, что происходит. Просто вот эту вот ботву сейчас собираю в кучу, чтобы потом вывести ее. Поднимаю, а тут вот что. Прям щелкает. Тимур, жаба пытается покинуть его ведро. Смотрите, что делает. И чего ты тут сидишь так? Тимур ушел, и ты пытаешься сбежать. Не получится. Давай на место. Ну. Место. Че торчишь тут? Лапы так разложила. Типа на балкон вышла? Ну, на место. Тимур придет, будет... разочарован, что тебя нет на месте. Ну иди поплавай, чё ты. Заходи. Кто знает, что это значит, когда так утка делает? Заворачивает, поднимает крылья свои, три борщ хвостом и опускает голову. Напишите в комментариях. У нас опять пошел дождь. Яна там борется с землей. Я борюсь с травой. Дождь пытается побороться с нами. Что, даже дождь не пугает, когда в деревне находишься? Да. Ну. Не знаю. В городе спряталась, не находилась же бы под дождем. Что? Постой. Типа зырь какая огромная. Вот Тимуру бы ее. Иди возьми, сможешь ее взять? В ведро посадить. За. Зырь какая огромная. Что не снимаешь? Что? Это вождь всех жаб. Сможешь взять ее? Ну что, я ж в перчатках, капец. Вот эта жаба. Где ведро ей положи? Какое? Вон там. Стоит накрыто крышкой. Я таких еще не видела. Где? Тимур будет рад очень.
Сейчас напишу, что я буду вся в бородавках жать. В перчатках ты. Говорю, в перчатках. Крышку, может, там покрупнее надо? Она ведро не прогрызет? Вообще, подождем, кайф просто. Как будто даже не намокаю. Надо не кушать нарвать. Он же вкусный был где-то. Пробовал? Нет. Да. Она очень сладкая. А ты помнишь, для чего ты говорила эти банки? Кротов отпугивает? Нет. А я для чего? Это я тебе сказал, что это от кротов. Ворон отпугивает? Птиц. Смотри, какие кабачки мне покажи. Смотрите, какая красная еще. Тут еще красная появилась. Такая красная-красная прям. Такая грязная. Тарзан. Хоба. 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 Хоп-хоп. Так, хоба. Короче, дождь нам не дал поработать. Я практически там все убрал, а Яна еще картошку не докопала, потому что он начинается сильно уже, и мы уже мокрые. Пойдем сейчас немножко дома поработаем. Пока он идет, дома тоже есть чем заняться. Что там делаете? Там уже маленькие, походу. Поводили кубло. Пошли. Подселим коровок сейчас с тобой. Пойдем их пригоним. Идешь? Как? Но они сейчас сейчас на пастбище. Пригонять. Конечно. А если они будут ходить, а пригонять, это им по жопе давать? Не, не надо им по жопе давать. Тут болото. Аккуратно, не загрузь, не давай руку. Пошли. По нему давай. Видишь? Что такое? Немножко болото. Сейчас нам нужно тут подстелить. А видишь, мы тут опилочки с утра им. Где они? Они на Паше еще. Но они ведь здесь были. Что-то трохи впиталось. Ну, вроде нет. Ладно. Давай сейчас мы им подстилочку сделаем и пойдем за коровами, да? Да. Тебе же-то нравится болото? Нет, хочет выбраться. Маленький ребенок живет в болоте. Угу. Да? Люди на болоте, короче. Угу. О, вил чуть не упал. Аккуратно. У нас тут солнце вышло. Как ни странно. Тим, солнце вышло, представляешь? Да. Подсыхать начнет вот это все, что здесь происходит. Ну что, ты справишься с этой дверью? Смотри. Вот сюда надо тянуть. И все. Пошли. Видишь, уже мычат там. Три. Тут тоже. Видишь, что у них тут болото целое тоже. Три. Все в болото превратили. Что? Ой. Аккуратно. Здесь болото. Да, конечно. Зовут уже, хотят домой.
Чего кричите это? А? Привет. Тим, только проволоку не трогай. Иди сюда, сойди. Сюда. Машина, смотри, аккуратно. Наконец, со всеми усилиями, максимально, насколько это возможно, картошку докопали. Сейчас мне осталось вот эти вот мелкие сорняки, траву эту пособирать, в кучу сложить. У нас получится 1, 2, 3, 4. Ну, 3 кучки. Почему я сразу это не вожу? Потому что там очень много воды сейчас. И там я, наверное, не проеду. Хотя можно через забор. Ну ладно, пока мы соберем это все в кучу, а дальше будем смотреть уже. Главное, что оно все будет собрано. Огород чистый, только приехал, собрал. Так что с картошкой на болоте покончено. Останется вот 2 мешочка отнести еще. Пошли, помощник. Земля прыгает. Ну, лопата. Вот там лопата. Ходи, принеси. Сам сходи, тебе ж лопата нужна. Мне достаточно вилы. Я только будто... Змея! Какой-то... Булки. А что есть? Ничего нет. Только картофель. Такая шапенция. Ой-ой. И смотри, на улицу вышла на прогулочку. За огурчиком вышла. Где? Что? Где? Скажи, мы делаем вкусный салат. Оливье. Нужен огурец. Никуша. Где курочки? Ко-ко-ко. Слышит. Смотрите, что индюк делает. У них этот романтический вечер. Не массаж делает, как Тимур мне сегодня. Романтический вечер мужа. О, все. Да он так примастыривался. Он топчет. Ой-ой. Я понял. Это он, ну, так надо, значит. Угу. Я в шоке. Никогда такого не видел. Нет, я такого никогда не видел. Ну вот, ты еще вместе с нами 13 это увидит. Ужасно. Пап! Мам! Никуша, где это мы? Какая здесь глубина? Сильная, можно рыбу ловить. Yes. И вот еще пастух уточный. Давай мне палку. Пошли. Пошли, Никуша. Выгоняй. У нас очень веселые вечера. У
Вот, все дружненько. Все дружненько. Не мотай, не мотай, не мотай. Видишь, как у папы хорошо получается? Все идут домой. Да, здесь в хоздворе. И с учетом того, что сюда когда-то завозилась куча песка. Я не буду заходить, да? Или помочь там надо? А малых надо же там встать, чтобы они в сарай не шли, да? Вот так прошли наши выходные в деревне. Что, будем прощаться? На этом наш ролик заканчивается, но мы скоро выйдем на связь. Будем дальше продолжать вам снимать. Я надеюсь, вам нравится. Все, всем пока.